Этот инструмент называется у меня тальянка. Он сейчас нигде не изготовляется. И делался он кустарным способом. Делался он в Никольском районе, я насколько знаю. Но уже мастера все повымирали. Тальяны сегодня тоже мало кто умер. Уже вот это редкий инструмент остался. И вот я вам решил показать, что могу, что умею. Приехали, веселье привезли, да вологодские приехали, веселье привезли. Ты играй, тальяночка, да началась гуляночка, да ты играй, тальяночка, да началась гуляночка. Наших прадедов игра на звонкой на тальяночке, да наших прадедов игра на звонкой на тальяночке. Веселитесь от души, да на любой гуляночке, да веселитесь от души, да на любой гуляночке. Старинную тальяночку обиду я не дам, а старинную тальяночку обиду.